Как утверждают теплоэнергетики, циркуляция теплоносителя осуществляется в 100% варианте, то есть системы полностью запитаны горячей водой. Подключение жилого фонда к теплу ПАО ТГК-14 составляет более 99% от общего числа многоквартирных домов. При запуске отопления энергетиками было выявлено 12 порывов на внутриквартальных тепловых сетях. Большая их часть была ликвидирована в выходные дни. По остальным работы ведутся без ограничения потребителей. Как сообщают теплоэнергетики, по состоянию на 24 сентября отопление отсутствует в 6 жилых домах. На всех объектах работы ведут специалисты управляющих компаний. При этом энергетики подчеркивают, что основная часть проблем, связанная с тепловым дискомфортом в квартирах читинцев на старте отопительного сезона, кроется во внутридомовых сетях зданий. Это, как правило, разбалансировка систем, завоздушивание стояков и так далее. При такой картине жителям проблемных домов следует обращаться к специалистам управляющих компаний ТСЖ и ЖСК.